Всем привет от Оксаны из Алабамы! Добро пожаловать в наш многогранный семейный канал о жизни в Америке, где каждый найдет для себя что-то интересное и развлекательное. Итак, мои хорошие, а знаете ли вы, что для обыкновенного американца понятие кружка эсмарха, как клизма, который прочищают весь кишечник, не существует? Если русскому человеку покажется, что ему в американской его жизни не хватает кружки эсмарха, ее приходится заказывать с какой-нибудь русской аптеки или в русском магазине искать. Я как-то в русской аптеке заказывала за $12. Это для русских известно, что клизмы полезны, особенно всякие травяные, и YouTube кишит информацией о клизмах там со свекольным соком, с добавлением перекиси, с солью, и, там, и клизмы для похудения и все такое прочее. Для американцев такого понятия нет вообще, как клизма для похудения или очищающий весь кишечник. У них просто есть клизма от запоров. Причем она не рекламируется по телевизору. По телевизору от запоров рекламируются таблетки, которые, например, выписывают врачи. Или какой-то вид йогурта, там, покупайте такой-то вид йогурта. Вот. Но никак. Но клизма для американцев это не что-то такое лечебное, медицинское, очищающее. Если американцы хотят купить себе спринцевалку или клизму, они покупают вот в таких коробочках. Видите? Стоит это в пределах $2. Спринцевалка выглядит вот так. Женская, а от запора вот так. Здесь, как вы видите, всего 188 миллилитров. Даже здесь соленая вода. Откуда я знаю соленую? Не потому, что я пробовала. Просто на ней написано «Saline Enema Disposable». Disposable – это значит, ее можно выбросить. Вот. То есть человек снимает вот крышечку и вводит. И вот так она будет вытекать, если ее открыть. И убрать здесь бумажечку. Вот так. И я решила провести эксперимент с детьми. Пусть угадают с завязанными глазами, что за товар у них в руках и для чего. И 3 мои сына будут участвовать, и 2 их друга. Приехали в гости с ночевкой. Снимайтесь в видосах. Мальчика зовут Матью. Сейчас мы завяжем ему глаза. You can't see anything, right? Я уже проверяла, что другого шарфика не смогла найти, вот такой. Окей. Сейчас я ему дам американскую клизму. Он не знает, что это такое. Ну, в смысле, он не знает, в чем идет речь. Окей. Hold it, pick it up so they can see it. Now feel it from all sides. Can you guess? Lift your hands higher. Mm-hmm. Tell me, move you closer to the. Mm-hmm. Okay. So what do you think? Speak it. Speak. Some kind of bottle. Mm-hmm. Like a toy. Hot sauce, kind of. Uh-huh. So you think it's a hot sauce? Yeah. That's your guess. Okay. Are you ready to say it first? Yeah. Okay. So it's not a hot sauce. Raise it. So it's not a hot sauce. What do you think it is? Water? Oh, is it the stuff that you put in your nose? No. Oh, constipation?
Elon something. Congratulations! Так, второй мальчик, который у нас с ночевкой остался, его зовут Джерел. Say, привет. Привет. I'm gonna hold your hand like this. And hold it, feel it with both hands. What do you think? Speak it. I forgot what they're called. They're like, I don't know. This one, I don't know. I really don't know. This one, I don't know about. Well, Jess, you have to guess. Something to wash dishes with? Okay. So you ready to learn the truth? You ready to learn the truth? Okay. Now. What do you think? Harry's? Okay, here's the box. That's the box. I read the box. Hold up. I'm so confused right now. Lord. Read it! Yeah, I know it's an enema. It's an enema. It's something to stick up your butt. Very good. Thank you for participation. Yeah. А теперь, друзья, у нас в гостях Наполеон. Hello. Наполеон сейчас тоже будет угадывать. Closed it good? We closed it good? Mm-hmm. Okay. You can touch it with both hands. And you have to raise your hands. Okay. This is like medicine. Medicine, okay. It's a squeeze bottle, I know that much. What it's used for? This is supposed to be either somebody... it's supposed to go inside of something. I know that much. Head on. Okay. There's some liquid in it. I don't know what it is. I'm scared as soon as I take this off. Would you like to see what it is? Yes. I knew it! I knew it! So, what's... Okay, have you seen that before? Yes. In your house? Or on, yes. Or on TV? How did you know what it is? Because the way it is, because I've seen so many of these, and I've never used it. God forbid I ever have to use it. Oh my God. Right? Good. Okay, we'll stop now. Это мой средний сын Дар, который родился в Америке. Ему почти 13 лет. Скажи по-русски что-нибудь. Привет, я Дар. Самый лучший white boy. Ну ладно, ладно. Белый мячик. Мальчик. Тупой белый мячик. Ладно, мой юморист. Давай. Я сейчас тебе дам американский товар, American product. Да. Начинаю угадывать со всех сторон. Ты думаешь, что это... Is it a food item? Я не могу тебе сказать, что это такое. Я тебе потом покажу и объясню. Ты должен определиться. Давай, пробуй, смотри, откроется. Откроется, не откроется. Ага, он уже открыл. Вот ты открыл кусочек. Ты уже это нюхает, он понял. Ты... А-а, на тебя что-то вылилось. Попробуй на вкус. А, ты не можешь. Что это? Saline laxative. Да, что такое-то? Saline laxative is a laxative. Что такое laxative? You don't know? Окей. Читай. Enema for relief of occasional constipation. Why would you...
понял, куда это засовывается? Your butt. Молодец. Братьям не говори. Я сейчас... Иди. Давай шаршик, сейчас я спрячу бутылку. Так, дорогие подписчики, я позвала своего младшего сына Ваню, которому 7 лет, он во втором классе учится, родился во Флориде, участвовать в моем эксперименте. Повыше подними, никто не видит, что у тебя в руках. Is it that medicine that we put up your nose? I feel like it. Uh-huh. No, almost. But you're right, it's a medicine. It's medicine. Yes. You ready to look at it? Yeah. Ты готов посмотреть? Снимай повязку, сними со своих глаз. Можешь сам снять повязку или тебе помочь? Ow. Occasional constipation. You know what constipation is? Oh, he doesn't know what constipation. Okay, мне придется ему объяснить, что это такое потом. How I knew what this was. You know what is it? It's like a medicine that... For what? Like your nose. No, it's for your butthole. I'm serious, you have to stick it in your butthole. I tried it. Всем спасибо. Скажи пока-пока. Пока, подписчики. А сейчас это мой старший сын Джессов. Он тоже родился в Америке, в Техасе. Скажи по-русски. Привет, все. Я тоже родился в Америке. Ладно, сейчас вот у меня такой шарфик есть красивый, Джессов. И мы тебе завяжем глаза, чтобы ты не видел. Okay. Но он мягкий, приятный. И сейчас я тебе завязываю. Так, все закрыто, да? Так, держи. Давай. Wait. Что это? Ты должен угадать, что это. Okay, there's a cap on it. Да, ты можешь его разобрать. Но ты только выше держи, чтобы подписчики тоже видели. There's a liquid in it. Да, там жидкость, хорошо. Okay. Is it a medicine? You have to tell me what you think. I think it's either medicine or a douchebag. О! Молодец! Снимай повязку! Снимай! What is it? Enema? Something laxative for relief of occasional constipation. Oh, it is a douchebag. I was right. I'm the best. Peace out, y'all. Заряжаю вас на хорошее настроение. Репосты, лайки, дизлайки, комментарии. Здоровье, богатство. Пусть у вас все будет хорошо. До новых встреч. Все будет хорошо, я это знаю.